Да, и это не считая того, что еще 500 тысяч парковок в том же дворе, и того 1 700 000 только в один двор. Самый русский фильм, да, который мог бы вообще снят в России, про то, как люди отдыхают. Ты охотник? Ну, охотник. А, подожди, охотник? Охотник. Пш-пш-пш, вот это, да, вот все. Там, ну, примерно так. А почему «Вишневый сад»? Терминатор поставить на сцене театра. Это сценарий, что ли, есть по «Терминатору», ты мне его так впариваешь?